Всем доброе утро. Сейчас будем пить кофе. Итак, готовим кофе. Кофе у меня вот в таких вот банках. Не знаю, мне нравится кофе в банках. Тут муж купил вот такой чай. Вообще я всякие вот эти вот ароматные чаи не очень люблю, но надо будет попробовать, что это за чай. Ну вот, кофе готово. Пьем кофе и начинаем новый день. Сегодня у нас солнечный и теплый день. Сегодня мы с вами будем готовить. А также ко мне приедет в гости моя подруга Марина. И мы планируем съездить на Финский залив и погулять. А также взять вас с собой. Позавчера купила зеленые помидоры. Забыла про них вчера. Сегодня я их увидела, что они у меня уже фактически красные. Поэтому нужно мне их срочно переработать, пока они вообще не покраснели. Сейчас они немного хоть бурые. Вот. Будем заниматься также помидорами. Итак, сегодня я хочу приготовить очень вкусный салат. Я его вам показывать не буду, просто скажу, что ингредиенты это будут огурцы, кукуруза, горошек, колбаска, яйца, картофель и морковь. Считайте, что это почти оливье. Вот, значит, сейчас я буду готовить, и потом будем еще с вами делать ленивые голубцы, так как у меня будут гости. Салат я приготовила уже, сейчас я хочу приготовить ленивые голубцы в мультиварке. Они готовятся очень легко и просто, требуется здесь совсем мало ингредиентов. Фарш можно брать любой, он у меня здесь уже с луком, зелень, соль, перец, капуста. Значит, рис. Рис я всегда добавляю только сырой. Я его промываю и сырой добавляю. Томатная паста. Либо можете взять домашний соус любой или кетчуп. И сметана. Итак, готовим. Формировала я вот такие ленивые голубцы и их буду обжаривать с двух сторон. В принципе, можно их запекать, не обжаривая. Так как я буду делать в мультиварке, я их обжариваю. И у меня здесь курица, чтобы не были они суховатые. Сейчас с двух сторон до образования золотистой корочки мы обжарим и будем готовить дальше. Ну вот, голубцы я обжарила. Сейчас я сделаю заливку, то есть смешаю сметану с томатной пастой, залью голубцы и поставлю их в мультиварку. Скажи всем привет. Всем привет. Всем привет, да. Мы на Финском заливе. Тут такая красота. Да. Лахта-центр, который фактически уже достроили, немножко осталось совсем. Отдыхающих. Солнышко, конечно, уже спряталось, но это нас не пугает. Так, идем гулять дальше. Итак, на заливе больше я снимать не стала, потому что очень ветрено и ничего не слышно. Сходили мы сегодня в магазин «Народный». Это у нас самый бюджетный магазин. Многие туда не любят ходить, но не знаю почему. Например, овощи и фрукты там покупать очень выгодно. Да, как бы колбасы там мы не покупаем, вот, а овощи, фрукты по ценам, посмотрите, я вам вкратце покажу.
сколько тут что стоит. Это очень бюджетно, дешевле, чем в любом гипермаркете и дешевле, чем на рынке. Вкратце, вот такой каталог. Вот. Мы туда ходим только исключительно покупать овощи и фрукты. Так, что здесь еще? Вот недорогая у нас тут кальмар, горбуша недорогая. Рыба, кстати, там тоже очень дешевая. Рыбу там тоже свежемороженую можно покупать, я считаю. Вот в таком плане. Так, и что же мы там купили? Сейчас я вам покажу. Вот такой у меня чек. Вышел он на 411 рублей. Итак, посмотрим. Значит, сейчас покажу вам, что мы взяли. Вот так я разложила овощи на пол. То есть я их, когда приношу, немного просушиваю, а потом убираю в холодильник. Подвала у меня нет. Значит, и почем мы взяли? Значит, свекла у нас идет по 18,99. Далее помидор по 25 рублей был до этого, по 19. Так, что еще у нас здесь идет? Перец ласточка по 29,99. Перец хороший. Я покупаю всегда. Лук 15,99. Морковь 15,99 тоже. Вот. Также я покупала там банки. Банки там 1,5-литровые стоят 49 рублей. Конечно, немного дороговато, но я покупала. Вот такие покупки. Взяли много и отдали всего лишь 411 рублей. Вот такое небольшое видео сегодня я вам показала. Если оно вам было интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А у нас сейчас вечер, и мы идем ужинать. Всем пока-пока!